Всем привет, меня зовут Таня Тайвинка, на Алиса Плей. У меня сегодня день рождения, и посмотрите, сколько мне много подарков подарили. И шарики, конечно же. Это Бобби Бон. У него шапочка с ушками Кисси, смотрите. Ой, ладно, Вантик. Смотрите, какая футболочка. А это одежда для подарков. Какое красивое праздничное платье. А вот это уже похоже на пижамку. И вот еще. А это чтобы гладить. Это утюг с гладильной доской. Баночка для бобби-бона. Она, кстати, с луком где-то тут ниточка. Там кто-то еще смеется. Ой, ой. Вол, конфетти-поп, Шопкин с машинка и гелевые блестящие ручки с глиттером. Тут можно делать смузи. Ух ты, какая вкуснятинка. И еще и разноцветная песенка. Айскрим-пати, мороженое-пати, банановый спид, мороженки. Кроватка для бобби-бона. И тут вот мыть ручки, что ли? Ярко-розовая, мой любимый свет. А сейчас я хочу открыть шарик конфетти-поп. Интересно, какая куколка мне попадется на мой день рождения? Надеюсь, не повторка. Мне кажется, мне попадется куколка из клуба «Пижамная вечеринка». А я хочу пандочку из этого клуба. Шарик у нас опять розовый, но уже яркого розового цвета. Ой, смотрите, наклеечка, полосочка и котенок. Не знаю, не знаю. Сейчас мы посмотрим. А, это точно пандочка, как я хотела. Смотрите. И тут написано... Пропал котенок. Я хотела пандочку, и мне она попадется. Я как раз не хотела. О, сразу ленточка. Такая маленькая, это ботиночки. Смотрите, какие миленькие пуфлики. Там у нас одежда. Смотрите, какая модная. Пандочка. Вот хлопушка. Вот самая настоящая хлопушка Шарикол. Шарикол действует вместо хлопушки. Сейчас мы посмотрим, что она хлопушка. А вы уже подписались на Анин канал? Сделайте ей подарок на день рождения и лайк поставьте. Она ничего. Снова не меняет цвет. Печалька. Она плачет. А сейчас я хочу открыть машинку Шопкин с молочком. Такой маленький, смешной мини-Шопкин. А вот и сама машинка. У него сзади трубочка. Машинка беленькая в виде пакетика молочка. И тут еще пятнышки, колесики розовые. Я думаю, это девочка. И она котенок. Горшочек и подгузник, тарелочка с ложечкой.
Тут еще есть пакетик с кашей, и он один. Бобби Бону точно придется голову дать. Но у него еще есть молочко запасное. А вот это свидетельство рождения малыша. И у него будет день рождения, как у меня. Ну что ж, а я пошла праздновать свое день рождения. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и смотреть мои другие видео. С вами была Анюта. Всем пока! А смотрите, какая красота у нас на потолке. Какие листочки висят. Листочки всякие. А вот тут вот смотрите, вот для кухни. Алоха!